Встречали с цветами, плакатами и оркестром. Красноярская спортсменка Юлия Зыкова вернулась на родину с олимпийским серебром. В аэропорту ее ждали родные, друзья и, конечно, болельщики. На Олимпиаде в Токио Юлия заняла второе место по стрельбе из винтовки. До золота ей не хватило ровно 2 балла. Серебряную медаль спортсменка посвятила своему первому тренеру. Она рассказала, что успела подумать об ошибках в финале и пообещала, что красноярцы смогут увидеть ее на следующих Олимпийских играх. В планах у Юлии отдых и подготовка к свадьбе. Тренировкам в ближайшие 2 месяца я не приступлю, я думаю. Сейчас очень много организационных вопросов будем решать и к свадьбе готовиться. Доченьку, конечно же, обниму, прижму, расцелую ее, потому что очень сильно соскучилась.